Давай друг друга снимать брат будем. Владимир. Игнатий Тихонович, да, вот заведите Христос. Спасибо, Господи. Много слышал, первый раз. Спасибо, Господи. А это кто? Виктор. Ваш семинарист. Заочный. Ну, слава Богу. Так. Виктор Савченко, у него сестра приехала, подойдите. Священник оттуда из Завьялова. Так они из Завьялова, да? Я вообще-то родом из Завьялского района, сестра моя приехала. Как у вас? Дожди шли все время или нет? Да было, владыка, вчера, позавчера немного. Ну, так это еще не сильно, слава Богу, а то бывает вообще развезет. Да, это еще хорошо после лета. Челобитного. Сухо, земля не напиталась. Да, лето-то сухое было, урожай у нас похуже. Уже на фоне креста сфотографируемся. Виктор, ты пока сэкономь. Витя. Попутно сфотографируй нас, владыка, на фоне креста. Вот там? А вон, прямо отсюда, вот отсюда, чтобы видно было. Давай. Ну. Пока никого, пока они там собираются. Это склад. Потом посмотрим. Ну, у вас хозяйство там громадное. Это все ваше? Да. Или тут кто-то еще? Ну, сейчас поближе еще. Потеряется, да? Да, ну, действительно потерял. Владыка спрашивает, чего хозяйство такое большое? Где? Ну, вот тут вот там. Это фермер. Это фермер наш, вот сейчас зашел, он староста деревни. Ага. Чтец. Он здесь стоит. Да. А жена у него как завуч здесь в школе. Ну все, владыка. А школа есть тоже, да? Вот. Я учитель, владыка. Да. Семь учитель местный. Семь детей у нас. Там это начальная школа, да? Трое учителей. Ну, мы до 9 вообще-то учим. Основная школа. Так, ну. Это батюшкино хозяйство. Я говорю, батюшка, сколько у тебя овечек? Да кто его знает? Я говорю, да ночами-то воруют, приезжают, вытаскивают. Да на всех хватит. Да? Молодец. Вот он, видите, улыбается, стоит. Да. Проходи вперед, сестра. Господи вас. За хлеб и за соль. Дай Бог вам. Такие милости. Вот это желанный гость. Господи, благослови. Ну, праздником. Где тут отец Андрей? Он понес. Да? Да кому-то не видно, что он не видит.
Благословен Бог наш, всегда ныне и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесному, Тешителю души и Стрижели детства, и Те исполняются, кроще благих и жизни податки, приди все земные очисти на сети сверны. И спаси, блажи души наши, святый Боже, святый крепистый и смертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепистый и смертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепистый и смертный, помилуй нас, слава Отцу и Сыну, Святому Духу, ныне пресная, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши, святые, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, ныне пресвятая, во веки веков. Аминь. Отче наш, жизни на небесе, яко святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам принести, оставь на долги наши, как уже мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое есть царство и сила, и слава Отца и Сына, и Святого Духа, и Святого Духа, и во веки веков. Аминь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, яко вот это не умеющий сеять молитву, кого Твоих грешней приносим, помилуй нас, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу. Господи, помилуй нас, на Тебя мы повахом, не прогневайся на незелоне жертвами, не беззаконий наших, но призвины, яко был отроген и знает страх наших, и мы все Бог нашим и люди Твоим. Сидела руку Твоя, имя Твое, призываем, и ныне присвоим веки веков, аминь, милосердие, двери, ответь нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тебя, да не погибнем, но да избавимся Тобой от бед, Ты будешь спасение рода христианского, при чистом образ Твоем поклоняемся, Боги, просим прощения и прегрешения наших Христе Божие, волю Бог благоволился, плоти взвести на крест, да избавишься от работы вражия, тем благодарственное прийти радости, исполнил Иисуса, спаси нас, пришед и спасти мир. Милосердие, сущий источник, милости, Тебе, Богородица, пресвящая, и века пресносил Ты на Тебя уповающие, радуйся в опьянти. Яко же некогда говорил бесплодных, а ты троти, Господу, помолимся, Господу, помилуй. Господи, спаси руку Твою, со сердце Тата, жилище Твое, да пути на прибежащую службу Твою, да не сужденно предстану страшную престолу Твою, и бескровное священное действие совершу. Яко Твоя есть сила и слава во веки, аминь. Ослави, остави, прости, Боже, прегрешения наши, вольные и невольные. Я же словом, я же делом, я же ведением и неведением, я же водим нащи, я же в уме и помышлении. Сам прости, яко благ и человека любит. Иди сюда, я тебе сказал, почему ты не слушаешь? Поди его, мальчик. Боже, слави, остави согрешение наше, вольное и невольное. Я же слово, я же делом, я же ведение, я же водни нащи, я же вам ведение, и вся нам прости, я поблаг и человека любит. Простите меня, отцы, братья и сестры, благодати свои Бога, простите. Слава Господа, Искерхия, Римон, Кирилл, Филат, Ислат, Деспот, Ислат, Деспот, Ислат, Деспот, Авниду, Дон, Твой поклонничок, храму, святому Твоему, страсти Твоему, Господи, наставим, брат Твой, враг, ради Твоя, перед Тобой, путь мой. Я конец Бог, всех их истины, сердце и суть, но брат, отвори горта, не физик и все вещи, а посудим. Боже, да будут от мысли своих помножить, что нечестих, извини, я как бы грустишь, не Господи, не дай сердце, поворачивай на тебя век, возрадам, упасть тебе любящие имя твое. Я ходы благословище праздника, Господи, я к оружием благоволения венчал все нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени пресное во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши. Святые, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, ижеси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое. Да будет воля Твоя, как на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесть, и оставь нам долги наши, як уже мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Накрывает нам все силы и слава Отца и Сына, и так и Духа ныне пресно, и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Ибо и враг поносит меня, это я перенес бы, и ненавистник мой величается надо мною, под него я укрылся бы. Но ты, который был для меня тоже, что я друг мой, близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы и ходили вместе в Дом Божий, да найдет на них смерть, да сойдут на них живыми в ад, ибо задейство в жилище их посредине. Я же воззову к Богу, и Господь спасет меня. Вечером и утром, в полдень буду умолять, обиять, и Он услышит голос мой. Избавит мире душу мою от восстающих на меня, либо из ног у меня. Услышит Бог и смирит их ответы живущие, потому что нет в них перемены, они не боятся Бога. Простерли руки свои на тех, которые с ними в мире нарушили союз свой. Уста их мягче масла, сердце их вражда. Слова их нежнее елея, но не суть обнаженные мечи. Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику. Ты, Боже, не сведешь их в гроб погибели. Кровожадные и коварные не доживут и до половины дней своих. А я на тебя, Господи, уповаю. Живущая под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится, говорит Господу. Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на котором... Я творится вечерю, и же за милосердие беспрекладные милости Твоя, единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, не спаслабы на спасение рода нашего и чистым Его Христом, рукописание грех наших рассерзавый, и победимый тем началом и власти тьмы, сам Владыка человека любчая, прими нас грешные, благодарственные сия и молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых прав, пригвозди страху Твоему плоти наша, и не уклони сердец наших словеса или помышления лукавствия, но любовью Твоею уязви души наша, да к Тебе всегда взирающие, еже от Тебе светом наставляемый, Тебе неприступного и пресносущного зрящего света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение воссылаем безначальному Отцу со единородным Твоим Сыном и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господу помолимся, тако да просветится свет Твой пред человеки, яко да видят добрые дела Твоя, и прославит Отца нашего, и же есть на небесе, всегда ныне присно, и во веки веков. Аминь. Тон Господин Кирихирий, вон Кирихил, ты исполнил Деспота, исполнил Деспота, исполнили ты Деспота. И в жизни Сын все исполняет, сокровища других, и жизни податели. Приди, вселись в ныне, и очисти нас всякие скверны, и спаси блажи души наши. Славу вышли Богу на земле, мир в человеце благоволение. Славу вышли Богу на земле, мир в человеце благоволение. Господи, спи наши отвергнувши,
и уста нашего звестят хвалу Твою. Время сотворите, Господи, и пресвященнейший Владыка благослови. Да исправит Господь стопы ваши. Да пресвященнейший Владыка. Во царствии своем всегда непрестно и во веки веков. Oh,
нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Господи, Твоей Твое царство и сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа ныне и присно, и во веки веков. Oh.
посети винограды си, и утверди, и его же насади, десница твоя. Святый Боже, честна пред Господем смерть преподобных Его. Честна пред Господем смерть преподобных Его. Что воздам Господе от всех, я же воздадим им. Честно пред Господем, смерть преподобных Его. Ты мудрость. По евреям послание святого апостола Павла чтение. Аминь. Братья, поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Иисус Христос вчера и сегодня, и вовеки тот же. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими. Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии, так как тела животных, которых кровь для очищения греха, вносится первосвященникам во святилище, сжигаются вне стана, то и Иисус, дабы освятить людей кровью Своею, пострадал вне врат. Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание, ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Не забывайте также благотворение общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. И Духове Твоему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Священницы Твои облекутся в правду, и преподобные Твои возрадуются. Его восхочет зело. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Учителя Святого Апостола и Евангелиста Луки. Бога молитвами Святого, славного и всехвального Апостола и Евангелиста Луки, да даст тебе глагол благовествующему силою многой во исполнении Евангелия возлюбленного Сына Своего, Господа нашего, Иисуса Христа. Аминь. Мудрость прости, услышим святого Евангелия. Мир всем. От Луки святого Евангелия чтение. Здесь лежащих и повсюду православных.
спасении, посещении, прощении, оставлении грехов рабов Божьих, братьев и прихожан святого храма сего. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ищем, молимся, благоносящих и добродеющих во святим и всечестным храме всем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе великие и богатые милости. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко милостивый человек, любит Бог, изи и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веку. Оглашение Господи вид, первоглашение помоги, да Господь помилует их, Господи, Господь истинный, открытый Евангелие правды, соединит их святей своей соборной и апостольской церкви, Господи, помилуй, заступи, сохрани и Боже Твоей благодатью, Господи, оглашение главы Ваше, Господи, преклоните. Дайте и сами славят пречестное великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне присно и во веки веков. Делится оглашение, изыдите, оглашение, изыдите, делится оглашение, изыдите. Да никто доглашенных не лицеверней, паки, миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Господи, помилуй. Премудрость. Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение. Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Паки, миром Господу помолимся. Господи, помилуй. О Свящем мире и спасении душ нашим Господу помолимся. Господи, помилуй. О мире всего мира, благостояние святых Божьих, церкви и соединение всех, Господу помолимся. Господи, помилуй. О святом храме всем и с верою, благоговением и страхом Божиим, ходящих в Оне, Господу помолимся. Господи, помилуй. Но избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Господи, помилуй. Сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Господи, помилуй. Премудрость. Я помолюсь от державы Твоей, всегда храни, Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.
великого господина и отца нашего, Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и свято Троица Сергия Лавра, священного архимандрита, и господина высокопреосвященнейшего Илариона, митрополита Нью-Йоркского, первый иерарх русской зарубежной церкви. Да помянет Господь Бог во царстве своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, честное пресвитерство во Христе, диаконство, монашеский чин и притча церковный, богохранимую страну нашу российской власти и воинство ее, благотворители, благоукрасители, жертвователи святаго храма и святые обители сия, сде начальствующих, живущих, труждающихся, предстоящих, поющих и молящихся, вас и всех православных христиан, да помянет Господь Бог во царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Господи,
кончины живота нашего безболезненный, непостыдный, мирный и доброго ответа на страшном судище Христове просим. Благословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу Преснодеву Марию, со всеми святыми поминувши сами себе друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Христа, и любви Бога и Отца, и причастие Святаго Духа буди со всеми вами. Господа,
Божьим волем Руси, аще предстоят тебе тысячи архангелов, мы ангелов, херувимы, серафимы, шестокрылати, многочити и возвышающиеся пернати. Победную песнь, поюще, вопиюще, взывающе и глаголюще. Yeah.
имени Господи, великого Господина, Отца нашего, Кирилла, Святейшего Патриарха, Московского и Сия Руси, и Свято Троицы Сергия Лавры, Священного Архимандрита и Господина, Высокопреосвященнейшего Илариона, Митрополита Нью-Йоркского, Первого Иерарха, Русские Православные Церкви за границей, их же дары святым Твоим Церквам, мире целых, честных, долгоденствующих, правоправящих, Слово Твое я, истины. Помяни, Господи, Пресвященнейшего епископа Сергия Барнаульского и Алтайского, его же даруй святым Твоим Церквам, мире целых, здравых, долгочестных, здравых, долгоденствующих, правоправящих, Слово Твое истины. Мир, и оставь нам в доме нашей, о Божьей, мы
Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из бесед святителя Иоанна Златоуста на книгу «Бытия». Скажи мне, почему и для чего ты ищешь похвал от людей? Разве не знаешь, что эта похвала так же, как тень, или что-либо еще более ничтожное, разливается по воздуху и исчезает? Притом и люди так непостоянны и изменчивы. Одни и те же одного и того же человека сегодня хвалят, а завтра порицают. Божественным судом этого никогда не может быть. Не будем же безрассудны, не станем напрасно и в суе обманывать сами себя. Если мы делаем что-либо доброе, но делаем это не для того только, чтобы исполнить заповедь нашего Господа и быть известными Ему одному, то мы напрасно трудимся, лишая сами себя плода от этого доброго дела. Делающий что-либо доброе для получения славы от людей, получит ли ее или нет, а часто бывает, что при всех условиях не может получить ее. Так, получит ли или нет, пользуется уже здесь достаточную наградою, а там не получит никакого воздаяния за это дело. Почему? Потому что сам наперед лишил себя награды от судьи. Оказав предпочтение настоящему пред будущим, славе человеческой пред приговором праведного судьи. Напротив, если мы делаем что-либо духовное для того, собственно, чтобы только угодить тому неусыпающему оку, пред которым все обнажено и открыто, тогда и сокровище у нас остается неприкосновенно, и будущая награда несомненна. И доброе ожидание этого само по себе уже доставляет нам великое утешение. И кроме того, что эта награда соблюдается нам в безопасном хранилище, может явиться вместе с тем и слава человеческая. Ведь тогда мы и пользуемся ею в большей мере, когда пренебрегаем ею, когда не ищем ее, когда не гоняемся за ней. И что дивишься, что так бывает у ведущих духовную жизнь, когда очень многие из миролюбцев более всего гнушаются и презирают тех, кто домогается славы от людей. Найдешь даже, что над такими людьми все издеваются за их тщеславие. Что же будет жалче нас, если мы, посвящая себя духовной жизни, станем подобно этим людям домогаться славы от людей и недовольствоваться похвалой от Бога? Так и Павел говорит: его похвала не от человека, но от Бога. Не видишь ли, возлюбленный, как и на конских ристалищах погоняющий коней не обращает внимания на то, что весь сидящий тут народ рассыпает бездну похвал и не чувствует удовольствия от этих похвал, но смотрят на одного только царя, сидящего посреди, и, внимая его мановению, презирают всю толпу, и тогда только величаются, когда он возложит на них венки. Им-то подражая, и ты не дорожи людской славою, и не роди ее творить добродетель, но ожидай приговора от праведного судьи. И, внимая его мановению, так устрояй всю свою жизнь, чтобы тебе и здесь постоянно питать добрые надежды и там наслаждаться вечными благами, которые да получим все мы по благодати человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Епископ Никомедийский. И с ним мученики Феофил Диакон, Дорофей, Мардоний, Мигдоний, Петр, Индис, Горгоний, Зенон, Домна и Дева Евфимий. И Евфимий пострадали за Христа в 302 году во время гонения на христиан от императоров Диоклетиана и Максимиана. Святой епископ Анфим управлял Никомедийской церковью,
то тяжелое время гонений. Преследование христиан особенно усилилось после пожара, случившегося в Никомедийском царском дворце. Поскольку вину на этот несчастный случай возложили на христиан, обвинив их в поджоге. В одной только Никомедии в день Рождества Христова было сожжено в храме до 20 тысяч молящихся. Тогда многие христиане явили собой образец твердого исповедания веры и бестрепетно приняли муки за Христа. Так святому диакону Феофилу были отрезаны уши, а затем он был побит камнями. Святой Дорофей был усечен мечом, святой Мардоний сожжен, святой Мигдоний живым засыпан землей, святые Петр, Индис и Горгоний утоплены в море, святой Зенон воин, смело обличавший царя Максимиана за его злочестие, был побит камнями и затем обезглавлен. Домна Дева, бывшая жрица языческих богов, и святой Ефимий, погребавшие тела святых мучеников и мужественно исповедовавшие веру во Христа, были усечены мечом. Епископ Анфим в это время скрывался недалеко от Никомедии. Он рассылал оттуда увещания, укрепляя в своей пастве твердость веры и призывая христиан не страшиться мучений. Одно из его писем, посланное с диаконом Феофилом, было перехвачено и представлено Максимиану. А диакона Феофила потребовали открыть место пребывания епископа. Однако Феофил наотрез отказался предать святого Анфима. Тогда его подвергли пыткам и умертвили. Узнав, наконец, где скрывается святой Анфим, Максимиан послал за ним отряд воинов, которые на пути встретили самого Анфима. На их вопрос, может ли он указать им, где скрывается епископ, неузнанный святой Анфим ответил утвердительно и привел их в свое жилище, оказав им теплое гостеприимство. После этого он открыл пораженным воинам, что он и есть тот, за кем они посланы. Потрясенные его самоотверженностью, воины советовали ему скрыться, но святой Анфим не согласился. Соприкоснувшись с проявлением истинно христианского мужества, все воины просили святого совершить над ними крещение. Святой епископ Анфим был подвергнут истязаниям и, наконец, с радостью преклонил голову под меч. Тело его было тайно погребено христианами. Аминь. Божьим верою приступите. Спаси, Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое.
всех божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных, житворящих страшных Христов тайн, достойно благодарим Господа. Сами себе друг друга и весь живот ваш Христу Богу предадим. Тебе, Господи, Господи, Господи. Яко ты есть освящение наше, тебе славу восставаю, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Священно Тебя уповающее, спаси людей Твоей, благослови достояние Твое, исполнение церкви Твоей, сохрани, освети любящее благолепие Дому Твоего, перед тех, кто прославит Божественную Твою силу, не остави нас уповающих на Тебя, мир, мирови Твоему дару, церковь Твоим, священникам, воинству и всем людям Твоим, яко всякое дайне благо, и всегда совершенствующие, исходя от Тебя, Отца, света у Тебе, славу, благодарение, поклонение воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Епископа Барнаульского и всех новомучеников и исповедников российских, и же во святых преподобного феоктиста, спостника Ефимия Великого, блаженного Иоанна Власатого Ростовского чудотворца, святые Ефимы Диаконисы, мученицы Василисы Никомедийские, священномученика Аристиона, епископа Александрийского, святителя Иоанникия, патриарха сербского, и иже во святых отца нашего, священномученика Анфима, епископа Никомедийского, иже с ним пострадавших мучеников Феофила Диакона, Дорофея Мардония, Игдония Петра Индиса, Горгония, Зенона, Домны Девы и Ефимия, иже и память ты не совершаем, святых и праведных Богу Отец Иоакима и Анны и всех святых, помилуйте, спасет нас, яко благ и человека любит. Слава тебе,
Царю Небесный, утешителю души земли, же везде сы, и вся исполняя, и сокровище благих, и жизни подателю, и вселися в них, и очисти мне от всяких скверных, и спаси блаже. Сейчас все ждем. Чтобы все себе дошли именем Господним противлялся им. О Господь, явися нам, благословенья ты во имя Господне. Господи, явися нам, благословенья. Отцы, с этой стороны встаем посередине. Быстренько, быстренько, быстренько. Стоим. Господа, помолимся рыцем си. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господа, помолимся рыцем си. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господа, помолимся рыцем си. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господа, помолимся рыцем си. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. И святая Богородица, спаси нас. Святый мученичи Амфиме, моли Бога о нас. Святый священно мученичи Амфиме, моли Бога о нас. И святи, молите Бога о нас. И святи, молите Бога о нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Господа, помолимся. И осподобитесь нам, слышание Святого Евангелия Господа Бога молим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Премудрость прости, услышим Святого Евангелия. Мир всем! От Иоанна Святаго Евангелия чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, Боже. Рече Господь, истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но прилазит иноде, тот вор и разбойник, а входящей дверью есть пастырь овцам. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса Его, и Он зовет своих овец и по имени, и выводит их. И когда выведет своих овец, идет пред ними, а овцы по ним идут, потому что знают голос Его. За чужим же не идут, но бегут от Него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое Он говорил им.
И так опять Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, я дверь овцам. Все, сколько их не приходило предо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есмь дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор не приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есмь пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец, а наемник не пастырь, которым овцы не свои. Видит приходящего волка и оставляет овец, и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник, и не родит об овцах. Я есмь пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть же у меня и другие овцы, которые несут от двора сего, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо, и один пастырь. Господу помолимся, прицеме си. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господу помолимся, прицеме си. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господу помолимся, прицеме си. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господу помолимся, прицеме си. Святая Богородица, спаси нас. Святая Богородица, спаси нас. Святый священномученичий Анфиме, моли Бога о нас. Святый священномученичий Анфиме, моли Бога о нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Господу помолимся, прицеме си. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господу помолимся, прицеме си. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господу помолимся, прицеме си. Господи помилуй, Господи помилуй. Слава тебе, Боже, на слава тебе. Пресвятая Богородице, спаси нас. Здесь так же устраивает. Святый священномученичий Анфиме, моли Бога о нас. Святый священномученичий Анфиме, моли Бога о нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и пресно, и во веки веков. Господу помолимся, прицеме си. Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, молимся, прицеме си. Господи помилуй, Господи помилуй,
Господи, помилуй. Господу помолимся, Рецепи. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Великому Господи, Отцу нашему Кириллу,
Святейшему Патриарху Московскому и всей Руси, господину нашему Высокопресвященнейшему митрополиту Илариону и господину нашему Преосвященнейшему епископу Сергию, епископу Барнаульскому и Алтайскому, богохраними стране нашей, властям, воинству и народу ее, всему священному собору, настоятелю, братии, поющим благотворителям, благоукрасителям и прихожанам святого храма сего, и всем православным христианам, и сохрани их на многое лето. Отцы, достачимый отец Аким, Игнатий Тихонович, вся местная община, я сердечно поздравляю вас с престольным праздником священномученика Анфима, епископа Никомедийского. Мы собираемся в престольный праздник всегда с особым чувством, ибо в этот день храм и престол, который посвящен тому или иному празднику, святому угоднику, именины празднуют. И это накладывает или откладывает печать особо в нашей душе мира и благословения Божьего. Господь, благословляя народ свой, дает нам особые знаки, особые времена, места, где мы собираемся прославлять Его Святое Имя, и покровителей небесных, которые вместе с ангелами-хранителями оберегают нас, созидают и, главное, ходатайствуют пред Богом, предстоя престолу Вседержителя, о прощении наших грехов, о нашем благостроении жизни, потому как жизнь наша претерпевает постоянное искушение, наваждение и бывает постоянно расстраиваемо какими-либо грехами, пороками, страстями, нахождениями различных бед и скорбей от лукавых демонов и от злых людей. Поэтому нам нужно вот это постоянное собирание себя, чтобы не раскрыться стихиями этого мира, не расползтись в бесформенную массу, но сохранить то личное, особенное, что Господь дает нам, каждому. И самое главное, чтобы мы душу свою сохранили от растления. И вот Господь говорит через апостола, что мы призваны к свободе, но свобода не должна быть к угождению плоти. У нас самих через плоть действует закон тления. Закон, о котором апостол говорит, вижу ин закон, который противу воюет ума моего, он противится. И так что иногда и врагов не надо. Мы сами себе можем навредить больше. Вот. Зная об этом, каждый из нас обязан себя постоянно заставлять трудиться духовно, оберегать свою душу, ратовать за нее, но сил у нас не хватает, и поэтому нам нужны и помощь Божия, и защита наших святых небесных покровителей. Так что, имея такого защитника, как священномученик Анфим, ваша община, ваш храм, ваши души могут быть вполне надежно охранены, защищены. Пусть же эта связь духовная с небесным
воинством и с небесными нашими покровителями, святыми угодниками, непрестанно у нас пребывает и обновляется. Я хотел бы оставить вам на память икону про матери. Так и написано. Про матери. Мария, которая почитает в Иерусалиме как бабушку, значит, Пресвятой Богородицы, тоже по имени Мария. Она пришла к нам из Иерусалима, приезжали паломники, они привезли нам, и такое я сам тоже редко видел, даже, по-моему, пребывая в Иерусалиме, не знаю, где находится первообраз этого, этой иконы. Но у греков почему-то она вот есть, и они ее в бумажном виде даже тиражируют, распространяют. Думаю, что в вашем храме пребывание этой иконы будет вполне достойно и правильно. Да хранит вас не только священномученик Анфим, но и все святые родственники Пресвятой Богородицы. Еще раз поздравляю вас с праздником. Ну и с... Что вы совершили эти труды, к нам прибыли. Для нас всегда это радостно, хотя редко у нас бывает, но радостно всегда это, когда празднество какое-то. Нам даже порой говорят, кто приезжает, говорит, ну что, говорит, потеряевки живут. Когда не приедешь, у них все праздник и праздник. Там, говорит, жить можно. А приезжает, когда праздник. И говорят, а как у вас жизнь здесь? А у нас эта девочка, она отвечает, говорит, да у нас все идет по кругу, говорит, Рождество, Пасха. День деревни, говорит, престольный праздник. Потом опять, говорит, все по кругу. То есть с праздниками. Начинается год, праздниками заканчивается. Вот так. Спасибо, Господи, и отцов всех, что... Я приглашал больше, но у всех какие-то дела. Все, у кого стройка, у кого что-то. Все. Так всегда. Всегда. Я вчера уже звонил, говорю, все, говорю, готовы, говорю, и... Пир готовый, и авис заколотый, а ты отказался. Кто всего купил? Да. Но слава Богу, что и погода так, уже так шутит, говорит, что если один раз получается это, то это случайность. Два раза совпадение, ну а три раза это уже закономерность. И что характерно, позавчера погода была отличная, дорога была вообще сухая. Вчера ночью пошел дождь, и целый день дождь, ну будем все, никто, ну... Вечером отцы приехали, здесь обрадовали. Утром здесь, слава Богу. Сердечно вас благодарим, Владыка. Спасибо, Господи. Дай Бог, мы вас помним, любим, но редко бываем, потому что больно уж потерялись. Вы часто проезжаете мимо, здесь всего только завернуть-то 16 километров. А потом же полетят. Запомним дорогу теперь, а то вы еле-еле нашли. Заезжайте всегда. Спасибо, Господи, вас. Благодарим Геннадий Тихонович. Он нам скажет какое-то поучение. Владыка просит поучение сказать. О, неожиданно. Ну потом тогда за столом. Можно, говорит, тогда за столом сказать. Ну ладно. Сейчас это крест свой задут, ему надо сказать. Пока не разоблачайтесь, мы фотографии делаем. Я вот это говорил в проповеди, примерно около 3000 верующих в храме и епископах. А потом сказал, хватит, отдам молодым. И вот нынче только в Тбилиси говорил проповеди, в Москве, около храма Христа, и в Лиссабоне. А уже в России тут уж по-вашему только. Сам себя я посадил. Отцы, давайте надо сюда, на амбон, становитесь. Да? Да. Геннадий Тихонович, вы не уходите далеко, становитесь рядом. Будет общая фотография. Так повела ваша Сиакинь. Сейчас все привозят, мы уберем. А.
внимание. Так, всех приглашаем на трапезу.